Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать КУОК V90 Нилсон. Что-то я знаю, что я его слушала, но я не помню, в каком месте этого КУОКа я слушала. Вообще у меня как-то название КУОК сразу ассоциируется с тремя толстяками. Там какая-то девочка была. Кто-то там был под именем КУОК или что-то похожее. Не знаю. Девочка там была такая. Друзья мои, быстренько все почитали «Три толстяка» и в комментариях мне написали, кого напоминает мне этот КУОК. Ну, а собственно, а я сейчас буду слушать. Вот любите вот грязь, чтобы была везде. Вот это прям какая-то ужас. Это реклама? Вольво, V90, в модификации Нильсон. Тащит меня с комфортом, боже, почему это снится? Наверное, просто устал, к тому же боюсь разбиться. Три бога тика, нервы, я херачу сцены. И у меня занят вечерами, обращаюсь к Вере. Но частица, что с утра меня душит модели. Сплю и вижу, что мне кто-то выбивает двери. Кто позади, те слились и посланы нафиг. Human traffic. Я обскакал конкурентов, меняя на сильных, заполнив свой график. Сочинил, поменял, удалил и по новой, и так и задавим. Ем мясо на завтрак и ужин, ты хаваешь гравий. Я хотел бы гонять на супре, но мне светит дневной расклад. Вольво в модификации Нильсон, шведский стол, а не суперкар. Вызвал тачку, Uber умер, сел на задний принцип. Вольво V90 Нильсон, могли проясниться. Слушал ветер и не дышу, может я просто хотел узнать, почему не лобезен. Вот припев, кстати, неплохо. Вот эта часть вот прям вообще хороша. Брат, небеса мне не дает спать, мотивирует двигаться дальше. Индустрия диктует мотив, но я знаю, что сделаю краш. В голове голоса, закатаю глаза, игнорирую нахер. Я меняю столицы, как кросса из Праги, прямиком в Рошо. Включаю бесы, зубы на месте, в пасти железо. Рэп, что на грани абсурда репрессий, сны тучат тексты. Словно бегущий по лезвию, я для общества на грани бездарь. Куви так красноречиво поет, а потом и читает на трезвую. Мне снилось, как падал, пока уговаривал друга не слушать рассудок. Разве стоит того поступок, врач не поможет, зато Бог рассудит. Я скорее уверую в чудо, чем стал бы приписывать чьи-то заслуги. Реально ли то, что мой кореш просил меня помнить о нем, я буду. Снова сон 5, я уже не дышу, боже, я просто хотел уснуть. Шум в голове заполнит грудь, меня несет, ты каков мой путь. Снова сон 5, я уже не дышу, боже, я просто хотел уснуть. Шум в голове заполнит грудь, меня несет, ты каков мой путь. Снова сон 5, я уже не дышу, боже, я просто хотел уснуть. Шум в голове заполнит грудь, меня несет, ты каков мой путь. Ну как, любители грязи, это ужас какой-то. Фильм Склифосовский. Очухался. Ну что, друзья мои, я хочу сказать, вот как бы припевчик был вообще, когда я начала слушать, думаю, да елки-палки, о чем, что такое, как-то мне сразу не понравилось. Вот, когда вот этот вот припев прям так удачно как-то он лег, очень оригинально было, прям даже вот мне понравилось. Вот, ну, из плюсов еще могу сказать, мне понравилась вот эта находка девушки-ангела. Во-первых, все прочиталось, вот сразу же, вот он, да, вот из слов не все понятно,
А вот когда вот эти ангелы появились, и он там что-то там начал изображать, то есть вот да, с ангелами все красиво, девчонки интересны. Не, вот знаете, как у нас всегда девушек сунуть, чтобы они там трясли всеми своими местами, и получается пошло. А здесь вот они просто стояли, как ангелы, да, ну, красивые тела женские, ничего не трясется, а вот просто стоят и красиво, и сразу как бы это в плюс. Вот, ну, в общем, короче... Если бы не клип, то я, конечно, вообще бы ничего не поняла, о чем он. Вот, а благодаря клипу тема раскрылась, и поэтому, наверное, четверку, даже с плюсом, потому что припев был просто шикарен. Всем пока!